Я хотел бы сказать, что в текущем году запланировано оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами дополнительными, переоснащение региональных сосудистых и онкологических центров. Но, к сожалению, динамика и скорость реализации этой работы необходимо повысить. Я тоже обращаюсь к группе депутатов, которые представляют медицинский блок, так сказать, активизируйтесь и давайте мы договоримся о том, что мы публично никого критиковать, наверное, не будем, но в своем кругу надо, конечно, уже так пинать более серьезно народ и при необходимости просто освобождать от занимаемой должности. Потому что мы все понимаем, что цена вот этой раскачки, промедлению, это десятки человеческих жизней. Поэтому либо мы начинаем все вместе, так сказать, мотыжить с очень высокой скоростью, либо надо просто менять людей, которые находятся на ключевых должностях, и от эффективности работы которых зависит реализация вот этой программы. Сегодня, еще раз хотел бы сказать, это очень дорогая цена, которую мы платим за, может быть, не слишком высокие темпы и качество нашей работы по модернизации здравоохранения.